Люсенька, ой, как вкусненько, да? Люся. А, давай. Вареную косточку, Люся, мяско. Вкусно, да? Ам. Скажи, ты, главное, косточку отдай потом. Дитя гоет. Ой, как она любит, друзья, мяско, курочку. Да. Что? Вкусно? Люсь. Вкусненько, да? Вкусненько. Ну, молодец. Таня, озвучи. Мы, друзья, сейчас, да, озвучим у нас мысли в одно это самое. Друзья, сейчас будем собирать Люськин прайд потихонечку. Будем вам показывать, будем знакомить Люсю с ее новым прайдом, да? С новыми жителями. А вот. Вольера. Готовим, да, думаем о том, как обезопасить, вот, чтобы там не накормили, Олег Алексеевич думает, но будем вас, смотрите, буквально, я думаю, завтра-послезавтра уже будут выходить видео о том, как Люсю будут знакомить с такими же небольшими гамадрильчиками, обезьянками, да, которые будут жить вместе. Будем знакомиться мы. Специально, значит, так придумали, чтобы мы посмотрели, чего ждать от каждой обезьянки, чтобы посмотрели, как она будет с ними взаимодействовать. Кто там у них будет доминантная самка, да? Это куроедка. Куроедка. Ой, скажите мне, метательницы куриц, да? Эх, я им скажу вот так вот косточкой по лбу, чтобы у них сознание перевернулось. Да, Люсь? Моя зяйка золотая. Будешь, да, будешь знакомиться с новыми гамадрилами, да. Я думаю, что, друзья, будет очень интересно. А вот, и мы увидим, так сказать, плоды своего воспитания. Правильно ли мы все делали в плане того, что ее вот такой хулиганкой, так сказать, не ограничивали ее свободу и ее такой крутой нрав. Люсечка, напишу, сирота, почему вы ей не дали кусочек филешку? Сразу скажу, друзья, что Люся любит именно вот так вот мяско на кости обгладывать. Она не очень любит, когда ей дают кусочек мяска. Но вот так вот, да, скажи, на косточке. И смакота. Что там, хрящик? Она не раскусывает косточки. Вот, но она, вы видите, да, разбирает прямо. Люсь, ну, дай мне косточку, отдай. Да. Отдавай, папа. Отдавай. Мне, нет, скажи, папа, может, дай, ты новую дай принес? Люсечка, да. Скажи, ага, дай, скажи, папа, сам, не ну, маленький. Дай. Нет, ой, меня, ой, скажи, вместе с косточкой, можно? Моя ляпочка, ты моя. Скажи, меня вместе. Да. Ну, ты не деталец, знаешь, скотч. А Степка там тоже манго грызет. Мангоед, да? Вот они, манго. Ну, а тут он лежит целый. Манго нет. Тоже вот это вот надо обглодать. Лисята у нас уже такие. Эй! Угу. Покушали. Ну, очень добрый день. Ну, только поубирали. Все, надо и сюда, Вадик, тоже угу подкладывать. Потому что теперь они здесь сделали туалет. Не успеваем. Ничего. Алло. Идите. Гуляйте. Ну. Выходим. Так что. Ой. Ой, ты мой неандерталец. Так что, друзья, впереди интересные съемки. Впереди, да, скажи, новый опыт. Потому что все это не просто так, вы видите, сколько пришло уже
два месяца скоро, да, как вот знакомство со Стёпой. Как потихоньку. Да, налаживаются отношения, выстраиваются. Точно так же, если 2-3 гамадрильчика, кроме Люси, она сначала с ними познакомится, а потом они все вместе войдут в семью, то я думаю, что там будет все правильно. Да? Ой, ты моя зяйка. Ой, ты котика. Вкусная, вкусная. Всех поцеловала. Что? Вот ты ж любительница курятинки. Как вкусно. И хрящики тоже кушает. Да? Да. Скажи, как до боли. Дай мне косточку, дай. Дай косточку, дай. Дай косточку. Так, давай опу мыть. Да, выходим. Ну, чего защищаешься? Уши какие. Мордочки стали. Да? Выходи. Выходи, мы им даем свободу, они сами выходят. Вот, открываем. На руки мы их берем не часто, в то же время они знают. То есть, как бы, ну, опять, нет такой задачи, чтобы это были прямо вот ручные лисы. Есть задача, чтобы они не боялись людей, чтобы они давали обслуживать себя в вольере. Понимали, что люди – это хорошо. Но задача, чтобы хватать их на руки, да? Яшка, нет, скажи, такой задачи не стоит. Ну, сейчас, может, выйдут, они больше к вечеру выходят. Ну, пошли, давай опу мыть, давай. Все, выкинула косточку. Надо забрать. Опа, папа. Пошла к лисам. Опа. Люся, стоп. Давай. Вот так. Пошли мыться. Лисы такие, раз. Ага, что это было? Ну, уже Люсю закрыли. Выходить собираемся, нет? Как Степка, Люся там с Владом. И Степка, что значит, взрослеет. Сидит спокойно, да? Нет, надо идти. Давай, мыть. Оба. И одевать труселя. Покажу сейчас. Степ. Вон мы какие. Все, вцепился. А там Люська бьется.